А это упражнение на укрепление ягодичных мышц. Мы ложимся на пол, лицом вниз. Делаем вот такую вот подушечку из рук. Кладем лоб на ладони. И сгибаем ножки в коленях. Медленно начинаем отрывать колено одной ноги. С упором вверх. Хорошо-хорошо выводим через сопротивление ножку вверх. Возвращаем в исходную позицию и еще раз вверх. Стопы сокращены на себя. Как будто бы стопой что-то тяжелое толкаем. Хорошо напрягаем ягодичные мышцы при этом. На секундочку задержите ногу вверху. Меняем ножку. Если ты такая же целеустремленная, как и я, ты приветствуешь спортивный и динамичный образ жизни, тогда подписывайся лучше на этот канал, и твоя мечта стать идеальной превратится в реальность.